Всем привет! Ну что, рассказывайте, есть ли у вас рождественское настроение? Потому что у меня есть, и это уже третий или четвертый рождественский натюрморт, который я в этом году решила нарисовать. Называется он «Оттенки красного», потому что здесь у нас есть три предмета, и все три имеют основной цвет красный. И поэтому мы будем показывать их, и наша задача будет показать все вот эти оттенки, что они друг от друга отличаются, что они разные. И еще у нас добавляется горящая свеча, еще такая дополнительная сложность. Но я думаю, что задание будет очень достаточно интересным, и если вы захотите повторить, у вас обязательно это получится. Вот, так что можете рисовать вместе со мной, использовать мое фото, а можете поставить какой-нибудь свой дома натюрмортик. Тоже потому что я думаю, сейчас уже все пооткрывали коробки с игрушками. Уже у всех, может быть, даже елка наряжена. Вот, так что я даже со своей сняла некоторые игрушки. Вот, чтобы поставить этот натюрморт. Так, и чтобы, если у вас есть какие-то пожелания или вопросы, задавайте их обязательно в комментарии. Я с удовольствием отвечу. Может быть, вы там какие-то моменты вам было сложно нарисовать, вы там хотели, может быть, самостоятельно говорить о них. И, может быть, я там тоже сниму какой-нибудь видеоурок такой вот на эту тему. Oh, 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 oh
We wish you.